Я говорю и буду говорить, каждый человек ошибается, а ты прости. Вот просто прости. Вот это самое, меня что спасает? Я знаю, что он такой человек, он что-то мне такое сделал, но я все прощаю. То, что я могу вынести, я все прощаю. А что вы можете вынести, а что не можете? Я могу все вынести. Я могу все вынести, а это все в мою пользу. Здесь обратная сторона, Фатима. Это когда человек прощает, вот все вынесло. Вот, пожалуйста, тебе это простое. Это... Злоба, ненависть, подлость, какие-то поступки невероятно подлые. Это все тоже можно прощать? Нам же прощает Бог. Прощает. А мне от Бога же. И тоже должен простить друг друга. Но с таким человеком потом на расстоянии чуть держаться надо. А, то есть простить вот, да, для себя. Это тебе дал возможность Бог, чтобы ты человека узнал. Да. Пожалуйста, держи его на 5 метров, на 25, на километр. И будет у тебя хорошо все.